Сейчас политические и государственные деятели очень часто бравируют тем, что заявляют, что их политика предельно прагматична. Означает ли это, что у них отсутствует какая-либо политическая философия? Я многие политики, которые прокламывают, что они сегодня говорят, что они прагматичны. Что это означает? Qu'il y a défaut de toute la philosophie politique chez eux. Je crois que la plupart des politiciens n'ont pas la moindre connaissance de la philosophie politique. Я думаю, что большинство современных политиков вообще понятия не имеют о том, что такое политическая философия. Le pragmatisme peut être une qualité, bien entendu. Прагматизм может быть определенным свойством. Il est une qualité lorsqu'il est synonyme de réalisme. И так, если под прагматизмом понимать реализм. Mais malheureusement, l'expérience montre, но, к сожалению, опыт показывает, que lorsque les politiciens parlent de pragmatisme, что когда политики говорят о прагматизме, ils veulent simplement excuser leur réformisme, они хотят лишь просто оправдаться или прикрыть свой реформизм, légitimer leur trahison, придать легитимности своим постоянной цепочке предательств и отречений и justifier leur opportunisme. И просто оправдать свой оппортунизм. Je voudrais par ailleurs compléter ma réponse à cette dame qui m'a demandé si je croyais en Dieu. Все-таки дополнить ответ женщине, которая спросила, верю ли я в Бога. J'ai donné une réponse personnelle. Я дала личный ответ, личный ответ. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de respect pour la croyance. Но у меня, с другой стороны, есть огромное уважение к верованиям. Car je crois qu'elle est une des façons de donner un sens à sa vie. Как способу придать своей жизни смысл. Et je crois aussi qu'une société qui ne considère, qui considère qu'il n'y a plus rien de sacré. И я считаю, что общество, которое убеждено, что нет ничего более священного, сакрального, et des jeunes sociétés en déclin. Это общество упадка и деградации. Ce sont des sociétés, pour le dire autrement, où tout a un prix, mais où plus rien n'a de valeur. А это то общество, в котором все имеет цену, но ничто не имеет ценности. Et je crois que ce qui a le plus de valeur, и я считаю, что наибольшая ценность обладает, c'est précisément ce qui n'a pas de prix. Именно то, что не имеет никакой цены. Благодарю вас, коллеги. Давайте на этом закончим. Нам надо еще двигаться. Благодарю всех.